Ну, в общем, когда так настойчиво и так дружелюбно приглашают, мы можем обещать славянским друзьям, что мы обязательно приедем в Любляну, в новое место и в те два города, названия которых я еще не выучил. Есть определенная уверенность, что чемпионат Европы в Словении в 2013 году пройдет на высоком уровне. Вот теперь уже можно говорить, что мы с Михаилом Решетовым с вами сейчас будем прощаться. Но вы сразу же не выключаете и не переключаете, потому что после того, как мы попрощаемся, вы увидите еще два связанных с собой, между собой по тематике сюжета. Они посвящены болельщикам, людям, для которых, собственно, ну нам с вами, для которых проводится этот чемпионат Европы. А теперь всего вам самого доброго. До свидания. Вильнюс, чемпионат Европы, Сименс-Арена, игры второго группового этапа. Я уверен, что все категории людей, которые приехали сюда, в Литву, считают, что чемпионат Европы проводится именно для них. Игроки думают, что для них, тренеры для них, судьи, чиновники тоже. Но самые главные люди все-таки болельщики, потому что мы играем в баскетбол, мы комментируем баскетбол только для них. И вот двое болельщиков сборной Литвы, которые привлекли мое внимание. Нормандес, Мациус и Нариус, Наурис, Мациус. Посмотрите на них, пожалуйста, внимательно. У этих ребят достаточно интересная история. Они литовские болельщики, литовцы, которые не живут в Литве. Ну, да, то самое баскетбольное. Ну, я могу вам сказать, ну, Сабонис, что он сделал, Армин Сабонис, это просто класс, да? Он недавно сделал, для очень познакомились с Сабонисом, он нам билеты подарил на чемпионат. Подпись? Ну, это тоже мастер сделал, но Это его подпись, но он сам не подписывал, конечно. Но был у нас такой случай, что Волончунов, когда чемпион мира, они подписали нам руки, говорили, что мы сделали, но мы там два дня, и нам ушло, говорит, ты еще раз тогда. Это его любимый 13 номер, да, который он очень любит, и Шарик Исакевич для Наурца, тоже и для семьи, вот детей. Вот дело очень... Шаров, да, здесь вот классно, да. Вот, и здесь вот у него классно, там, да, с выступлением баскетбол. У нас это Перовский баскетбол и религия, да, вот у нас да, вещи, потому что... I нет. Love Lithuanian basketball. Да, да. Новые. Да, это для этого чемпионата сделаны, да. Сделал это прямо. Очень такое, ну... Очень красиво и мне нравится. А мне очень понравилось, я первое, что увидел, вот этот баскетбольный мяч. Да. Это к какому? Это I love life, basketball, friends, country and job and my family. Ага, это я, все бабушка, сначала баскетбол, потом друзей, потом родину, потом... Да. Ой. Потом это сделал я первый, вот в этом баскетбол, когда они в Сиднее ехали, наш друг Штомберг, они так классно сыграли. Неправильно. Да, Это брат сделал самый первый татуировку в Нью-Йорке, да, вот он здесь написано «Кленин баскетбол», да, и вот в Нью-Йорке он сделал, и здесь еще есть «Лепи Шмот», потому что это очень наша любимая группа. Да. Здесь еще что нравится у брата, у него все номера игроков, все номера игроков. Вот здесь он, ну, который есть, вот, все здесь, он, конечно, тоже написал, и это очень, Муса тыкает 30 миллионов, мы только 3 миллиона. А, и, знаете, да, это песня такая есть, вот этого, ну, очень красиво. А еще раз руку поверни, и вот отсюда, пожалуйста, сгибай ее в локте, да. Вот это надо обязательно подснять, потому что это литовское слово я знаю очень давно. Крепченя, баскетбол. Да. Спасибо, ребята. Давайте мы постоим вместе. Я хочу сказать, что такой преданности своей национальной сборной я, честно говоря, не встречал очень давно. И мне очень приятно с этими двумя молодыми людьми познакомиться на чемпионате Европы в Литве. В том, что матч Литва Франции станет главным лакомством для баскетбольных гурманов вчерашним вечером, никто не сомневался. Мы решили еще раз акцентировать ваше внимание на том, как болеют фанаты в Литве. Про кое-что мы вам уже рассказывали, наступила очередь поведать о Вильнюсе с лишним тысяч зрителей, но вернее, просто поведать о Вильнюсе и его болельщиках. Естественно, на трибунах яблоку негде упасть. Сименс-арена вмещает этих людей, которые уже здесь превращаются в одну беснующуюся толпу. Тут присутствуют и мужчины, и женщины, и дети, в общем, представители всех сословий, и никто ничего не стесняется. Для литовцев поболеть за свою сборную на стадионе – большая честь. Так что нет ничего удивительного, что игроки Кимзуры цепляются за каждый мяч и борются, несмотря ни на что, с первой до последней секунды матча.
Что-то подобное творится и за пределами стадиона. Пиво льется рекой, небывалыми тиражами расходятся горячие и холодные закуски. Народ отдыхает по полной. Но это все сопутствующее. Главное происходит на огромном экране. Отчетливая игра видна далеко не всем, но это ничуть не портит настроение фанатам. Ровно как и то, что присесть место найти просто невозможно. Франция выиграла, вот это действительно существенный повод расстроиться. Тысячи детей по всей стране обречены на бессонную ночь. Большинство отцов на рюмку другую для успокоения души. Весь литовский народ на грусть и печаль. Но это совсем ненадолго. Уже через день их любимцы вновь выйдут на паркет, прозвучит стартовый свисток, и снова вся страна займется любимым делом.